Этой зимой в моде были мягкие оттенки – розовый персик, пудровый, бежевый, песочный. Весной цветовая гамма изменилась. Эксперты предлагают насыщенные тона в одежде. А летом стиляги будут носить яркие, сочные наряды – ультрафиолетовый, янтарный, голубой. Так как же все-таки угнаться за модой и решить вечную проблему любой женщины? Носить нечего, но и складывать некуда. Ответ прост. Не бойтесь экспериментов. Любую вещь можно обновить, добавив топовый принт этого сезона. Нашивки и наклейки уже пережиток прошлого. Сейчас в тренде акрил. Если ваша любимая вещь испачкалась и вы поставили пятно, с которым не может справиться ни один стиральный порошок и химчистка, или ваша вещь любимая пришла в негодность по другим причинам, то можете не беспокоиться. Акриловые краски по ткани дадут им вторую жизнь. Ксения Цитульская рисует на вещах уже больше года. Начала, потому что не смогла найти джинсы с изображением, которое давно хотела. Пришлось нарисовать самой. Дальше – футболки, шорты, носки и даже кеды. Вот эта джинсовка вообще была одна из моих самых первых таких более-менее сложных работ. То есть сначала я рисовала контурами, а вот это я очень долго думала, браться за нее или нет, но в итоге... Меня поддержал мой парень, убеждал меня, что у меня все получится. И вот буквально, вот, когда я ее нарисовала, я поняла, что мне хочется больше и больше этим заниматься. Из инструментов девушка использует натуральные кисточки, простой карандаш, палитра для смешивания красок и одежда, желательно из натуральных тканей. Синтетика будет растягиваться и деформировать изображение. Рисовать можно самостоятельно или по готовому шаблону. Я использую трафареты, заранее заготовленные эскизы, и перевожу их через копирку для того, чтобы объем рисунка не потерялся, не испортились никакие детали в процессе. Намечаю главное, и потом уже проще работать. На ткани рисуют акриловыми красками на водной основе. Они яркие, плотные и хорошо держатся на материале. Изображение быстро сохнет, образуя прочную пленку. Иногда случается так, что происходят некоторые казусы. Например, я капну или мазну не там. Для этого всегда у меня под рукой стоит чистая вода. И буквально там в первую минуту еще можно затереть и спасти рисунок. Реагировать надо очень быстро, потому что краска моментально схватывается и потом ее уже ничем не вывести. В среднем на создание работы уходит от 2 до 4 суток. Каждый слой, а их минимум 2, сохнет 3 часа. Всего нужно 24. Ну а моя новая куртка будет готова уже в ближайшие выходные. В модных тенденциях разбирались Антонина Шитова, Алим Велиев. Утро нового дня.